Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня я приветствую вас на новой серии, точнее первой серии, потому что это не является стримом, на сервере 8-бит. Сегодня я снимаю здесь не один, сегодня со мной Ира. Ира? Привет всем! Вот. И, собственно говоря, это мой домик, который вы видели на стриме совсем недавно, буквально денек-другой назад. Он немножечко поменялся. Большое спасибо Ире, потому что она много сил вложила в изменение домика. И теперь я уже бегаю не голышом, а в броне, собственно говоря. Вот, чего не было ранее. Вы уже увидели только что, что у меня там есть появился чердачок. Ты что делаешь? Ай. Не долетел. Вот. А здесь мы поставили флаги. Два флага. И вот такая красивая комнатка тут с кроватями. Вот. Расскажешь, как флаг делается? Угу. Если вспомню. Так, сейчас. Так, это у нас мод Galacticraft, так ведь? Собственно говоря, я уже открыл крафт флага, то есть выбирается цвет. Цвет у нас беленький с тобой, да? То есть самый обычный. И вот он крафт флага, ребятки. То есть слева нужно... Да, три флагштока, которые делаются из свинца, собственно говоря. Справа четыре полотнища. Полотнище делается из двух палочек и пяти нитей. Вот, Ира молодец. Ира бегала, искала пауков. Нашла. Сколько я раз умерла? Ох, не знаю даже. Ах, сколько вещей-то было потеряно, да? Случайно. Угу. Вот, и я попросил начать строить какую-нибудь красивую башенку. Собственно говоря, вы уже видите, что она начата. Я предлагаю нам куда-нибудь с тобой прогуляться, сбегать. Угу. А, забыл еще кое-что сказать. У нас здесь стоит замечательный мод, который называется... Кстати говоря, с текстурами нужно будет разобраться, что там баги небольшие. Так, замечательный мод, который называется Modular Power Suits. Вот, тут есть рука, которая вот таким образом крафтится из проводов электрума. Электрум у нас получается... Получается вот таким образом, из расплавленного серебра и золотой пыли. Вот, вот так вот крафтится рука, несложно. Тут как бы довольно несложно тоже крафтится броня, шлем, всякое такое. Ира, ты меня пугаешь. Я боюсь тебя. Это немножко страшно. Вот, то есть вот так вот это выглядит. Здесь такие странные штуки сзади. Погоди, дай я сзади подойду. Вот, зеленая какая-то штуковина такая на шлеме. Шлем кажется немножко грязный и потертый. Вот. Ну, это нормально. Это же шлем. Вот. Вот такая вот замечательная силовая рука, но пока что это все без апгрейдов. И, соответственно, нет возможности этой рукой. Вот даже я могу взять эту руку и... Не волнуйтесь, но я сейчас стукну Иру, да? Вот, вот я ее бью, а рука ничего не делает, потому что эта рука, она еще слабенькая. Так. Расскажу, как крафтятся вот эти вот замечательные окна цветные. То есть мы берем керамический краситель и стекло. Краситель делается из глины и обычного красителя. Ну, соответственно, тут все очень просто и ясно, да, дальше? Как это все собирается. Ай-яй-яй-яй, за что? Ой, вылетела алмазная шестеренка. Также, ребята, вот вы спрашивали, писали этот самый
буду ли, есть ли у меня в сборке компьютер крафт, вот мне писали, спрашивали меня. Нет, у меня нету, но есть здесь на сервере 8 бит, собственно говоря. И поэтому здесь он будет распахиваться каким-никаким образом, все равно что-то будет. Собственно говоря, тут уже есть на данный текущий момент черепашки, которые копают все это дело. Побежали куда-нибудь, сходим? Угу. Сейчас а, еще вот тут, покажи. Что там? А, кирка. А где ты ее там нашла-то? Это тайна. А? Это тайна. Вот, в общем, вот такая вот кирка замечательная. На прочность 3, эффективность 4, удача 3. Осталось ее починить. Да, ее нужно только починить, но опыта у нас нет, потому что мы умираем постоянно. Так. Тут куча всякой ерунды. И я предлагаю нам побежать куда-нибудь, сбегать, что-нибудь сделать. Заодно я хочу показать... За снегом надо. Да-да-да, за снегом сейчас сходим. Я хочу показать, что развитие на месте не стоит. То есть ребятки вот тут строятся, вот там вот. Ай-яй-яй, за что? Я же добрая. Ну за что ты меня шлепнула? Вот там вот стоит тоже домик чей-то в воздухе, такой красивый, из обсидианового кирпича. Вот так сейчас выглядит мой дом. Саша, с забавными окнами, да. А вот это вот жесть, гигантская просто площадка. Это, собственно говоря, то, что выросло из вот этого маленького домика Андрея, который он немножко разобрал и преобразовал в просто держатель для площадки. Побежали, сбегаем вот сюда. Покажем. Аляне? Да, покажем дом Аленки. Вот. Ай-яй-яй. Собственно, теперь тут проходят рельсы. Вот. И Алена достраивает свой дом, уже вроде как достроила даже его. Вот такой вот он теперь. Лови яйцо. Поймала, спасибо. Нет? Не поймала, извини. Вот такой вот симпатичный классный домик у Алены. Она тут усовершенствовала немножечко свою систему таким вот образом. А это что? А, зарядник. О боже мой, что это? А, где? А, это ракета. Где? Так, у меня, к сожалению, ребят, с багом отображается вот этот вот верстак насовский. А что, в нем ракета внутри? Это написано ракета Тир 2. Так. А, внутри что ли? В ящике? Mm-mm. А, ну да, тут почему-то так написано, вообще должно быть написано, что это верстак НАСА, но, видимо, она уже собирала в нем, поэтому... Извините, ребят, баг с текстурами небольшой есть, поэтому так вот с отображением не все очень хорошо, попытаемся с этим как-нибудь разобраться. Но тут есть еще чердачок. Ириш, ты тут бегала уже вообще раньше? Угу. Ага. Пока тебя не было. Все изучила, ну правильно, да, пока я там куда-то ходил, голова зомби. Вот у меня, кстати, сейчас они отображаются. Очень странно, багнуто тоже. Я застрял немножко, но все окей, я уже вышел. Так. Здесь, собственно говоря, у него вот такой небольшой палисадничек. В общем, сейчас если бегать, показывать все, что тут построили ребятки, то на это уйдет серия целая, наверное. Если не три. Если не три, да. А по одной серии на каждый дом, да? Ну да, тогда минимум. Больше даже, чем три получится. Где-то два. Вот, там вот тоже чей-то палисадник идет, всякое такое интересное. Кстати, да? Если вперед к болоту бежать, то там есть дом Дениса с Аленой. А, так они вдвоем тут бегали, да, уже?
Да, мы рассекретили, не снимали тут. Вот, ну, ребят, то есть скоро выйдет, да, серия у них? Скорее всего, я не Вот, знаю, если ребятки, они то вообще есть... снимали, по крайней мере, Алена написала, что А, они снимали. Денис говорил, что это самое, что у него завтра будет серия, ну, как я понял, завтра. Так что, ребятки, на канале Угрюмый Гном ждите, должна выйти серия. Вот. Я люблю падать. Ну, так, а ты где? А, ну, лови меня. Не поймала их. Как же ты так, ну? А, пошли куда-нибудь, сбегаем еще, не знаю. Можно в шахту сходить. Слушай, а давай Я знаю, сходим где в есть Нижний шахта. мир. Давай сходим в Нижний мир. Ты готова? Меч есть. Мечи, кстати, у нас, ребят, смотрите, какие обалденные. Вот, я надеюсь, тебе тоже нравится. Или у тебя другой меч? У меня другой, но тут А у тебя сначала. второй тоже есть, по-моему. Да. Слушай, а вот Надо так вот сначала. попереключай их туда-сюда. Вот так вот, тык-тык-тык-тык. Забавно так, знаешь, как будто он моргает. Вот нажми F5. Вот. То есть, это меч кристальный и делается из кварцевых кристаллов. У меня меч со сверхпрочным покрытием. Бабах. Это Почему-то криперы... не я одна тут всех А криперов криперы покрывала. лагают, знаешь, он должен, по идее, не взрываться, когда от него отходишь, а он все равно взрывается, ему абсолютно пофигу. Пришел ты к нему, отошел ты от него, там вообще не важно ему. Поэтому я люблю бумеранг. Кстати говоря, тебе нужно, нам будет сделать тоже бумеранг с металлизированным наконечником. Во, спасибо, умничка. Так. Мне там в скайпе Кирилл пишет. Ну, ничего страшного, в скайпе он подождет. Вот. Слушай, сделано из стекла, а я не понимаю, это дырка стеклянная там что ли в один блок? И, или там стеклянные панели идут? А чей это дом? Интересный вопрос. Кто там живет в таком доме? Главное, знаешь, сюда это вниз лестница есть, а внизу ничего нет. Во, смотри, я поняла, это наши колбы. А? Это колба. Колбы для воды. Слушай, а кстати, красиво будет выглядеть. О. Только плохо понимаю. Ой-ой-ой, чуть не упал. Вниз туда, пожалуйста, не упади вниз. Смотри. И чё я тут? Ну и чё? Это ход, кажется. Синхронное плавание, да? Поднимайся. Давай руку. Всплывай. Вот на тебе рука. Тут вход забавно. Интересно так. А что внутри? Ящики. Сафари нет. Сеть. Интернет. Вот, кстати, кристаллы кварца, ребят, про которые я говорил. Чей-то кровать. О, и чей-то два курица. Видишь? С яйцом. Курица обыкновенная, две штуки. Сейчас я им яйцо кину. Нет, не вылупилось, жаль. Ну, ладно, пойдем. Че, сходим в Нижний мир, да? Собирали за снегом, пошли в Нижний мир. Ладно. А, за снегом. Ну, за снегом мы Да тоже ладно. успеем. Я вообще хотел черепах, кстати, проверить. Ты вообще все, что Ой, да запланировано, не что-то делал. мень, что-то Куда ты мень. вошел? Куда ты А я вот пришел сюда вообще? пошел. Тут тоже баг. Какой-то баг тут. Сашин дом. О, это Но мой. это как раз из модуля Power Suits. Ой-ой-ой, блин. Хотел заглянуть, чуть не упал туда. А ты где? А, ты тут. Вот. Так, ну я надеюсь, мы останемся с тобой живые. Хотя Надеемся. зря я надеюсь. Ух ты, смотри, сколько книжек-то. Да, это у Саши. Надо будет его До попросить рукава. одолжить что-нибудь. У него на горящую стрелу реально книжек столько, что. Просто обалдеть. Так, телепортируемся.
Так, свинозомби, я очень буду надеяться, что они не агрятся. Хотя у нас... Сейчас проверю, подожди. Ты где? Я тебя не вижу. Я тебя вижу. А ты меня видишь, нет? Да, сейчас перезайду. Я тоже сейчас перезайду. Так, я перезашел, все, я тебя вижу, замечательно. Так. Они не агрятся. Они не агрятся. Они, знаешь, когда агрятся? А, когда копаешь когда руду. Их... Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. А почему и чё? Ай-яй-яй-яй-яй. Спасай. Блин. Мне ждать тебя возле кровати? Привет. Пошли. Обнимашки. Ну, пошли. Идеально все просто. Идеально. Я понял, нужно броню получше. Слушай, что-то они вхлёстываются. Нет, я поняла то, что... Стоит уровень сложности, хард, и они вхлёстывают нам прям по полной. А почему они агрятся, когда ты копаешь воду? А, это ты понимаешь? А, вот смотри, ты житель России, так? Да. Пришел к тебе, значит, какой-то чувак, неважно из какой, из другой страны. И, короче, пришел, понимаешь, и это. Одевайся. Вот, заходи первое. Пришел, пришел, понимаешь, у тебя в огороде встал и морковь твою копает. Ну как, ты счастлива будешь? Че, они бегают за тобой, нет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ты живая? Продолжаем. Так, давай. Появляйся. У меня идея, давай я их отведу немного в сторону и... Ты появишься, нет? Мне ждать тебя? Я уже. Ну-ка. Я быстрее тебя умерла. А, ты уже убежала? Угу. А я-то тебя ждал там. Эх. Глупый я. Надо было быстрее бежать за вещами. Чё тебе ждать-то, да? Ох, ребятки! Тут свинозомби в нашей броне! С нашим мечом он бежит на меня! Ничего страшного, спасайся. О, как мило! Лови его. Ловлю. На тебе! Он, я не знаю, возможно, он сдох. Ты живая? Вернись, стукни ему по балде там. Окончательный залп. Дай. Так. Слушай, что-то надо с этим делать. Вот, ребятки, я что хотел сказать-то. Я когда зашел в предыдущий раз, дом же достроен не был. Но вот как вы на стриме видели, ребят, так вот он и существовал. Я захожу, а тут вот эта махина, реально, как будто бы инопланетяне Землю захватили. Я вообще, у меня такой, такая паника, я просто, я зашел, а дома нет вообще, ну как нету, он есть, но его просто не видать. Ух ты, слушай, хороший меч у нас с тобой был, эх. Тангер пишет. А я не вижу, что пишет, я же записи, когда я чат отключаю на всякий случай. Улыбочка, да, улыбайся, правильно, да. И мир развернется к тебе топором. Вот. Осторожно, только не разбейся там. Чё там? Умерла? На тебе! На тебе! Так, надо кончать с этим. Сейчас, погоди, я возьму какую-нибудь тяпку. Так, меч, я не знаю, не я не знаю, является ли свинозомби насекомым или не является, но во всяком случае меч у меня на насекомых. Смотри, сейчас самое главное определить, чей у него меч, мой или твой. Да если не мой, важно. Тогда там гибельность... О, крипер, помоги мне его убить. Ну вот, видишь, крипер-няшка. Обнимашки. Сейчас буды еще убил. Окей, он не умер. Он не умер. А я умер от падения, замечательно. Зато у нас красивые флаги с тобой. Так, сори. Я его лопатой буду бить. Вау, майнинг тортила какая-то странная. Так, слушай, этот,
Бумеранги же есть, ё-моё. Ты Ну, понимаешь, ты два понимаешь, бумеранга у нас в аду. насколько я помню, я хотел выколупать один кусочек адской меди или что-то в этом роде. Ох, какие же все-таки агрессивные эти зверюги, а. Так, ты там, ты живая? Пока А, что. да, я вижу, вы оба живые, вообще в прекрасном здравии. Я заметил, да. Я бегу, я бегу, Погоди, залезь куда-нибудь. Где он? я бегу. А он тупой, он там, да? Там. Хрю-хрю. А, он упал. О, у меня Но. единственный вариант, я его сейчас туда сошвырну. Ух ты! Гугагашеньки. Бугагашеньки, замечательно. Так, Сейчас одевайся. я такая беру и упаду. Не-не-не, падать не надо. Погодь, что там вниз? Ничего не упало, только опыт. Дальше вот. Окей, так, ты одетая? Ух ты прям полностью одетая. С него железный меч, гибель насекомых один. Ну, это Окей, мой был. теперь мы являемся насекомыми. Хорошо, мы это поняли. Так. Слушай, тут какой-то ныра. Ой, Я дыра. знаю. Ныра. Слово нырять. Вот. Тебе какой дать, кварцевый меч или золотой? Оба У нагибы меня был насекомых. кварцевый. Давай кварцевый мне. А это твой был, да? Я не помню, на чем у меня был Кварцевый. кварцевый. Кварцевый, да. По-моему, на остроту, но ничего страшного. Сейчас все будет интереснее гораздо. Смотри, давай я их от... Нет, давай ты их Я отвоешь в сторону. взял бумеранг в ручки. Не, Так, ну, ой-ой-ой, сейчас. хрюня, хрюня. Ну все, я Я поняла. отвел. Куда мог, туда отвел. Так. Они чистые, сейчас я умру. Давай, я жду тебя. Около... Я его убила! Воу, тогда я пошел к тебе. Ох, ребята. Весело. А, кстати говоря, это вот они пролечили вот этот баг. То есть раньше в более старых версиях вообще пофиг было. Как бы подобрал зомби меч, не подобрал, он все равно бьет с одной силой. Хоть там меч зачарен, хоть на все подряд. А теперь вот такая вот ерунда. Чем круче меч, тем больнее прилетает. В курсе, да, Ириш? Раньше-то все было просто. Так, увлекательная серия получается у нас с Я тобой. сейчас умру. Не умирай. Я верю в тебя, ты должна жить. Так, Вижу. так, так. Синий портфель мой. Но собрала его я. Ничего страшного. Все равно все отдашь. Ну, в Уходим. смысле это. Так, смотри, вот здесь есть руда. Так, ради чего Подожди, золотая где руда тебя не Нижнего вижу мира? сейчас? Так, иди сюда. Давай, появляйся. Так, давай. Ух ты, как текстурки-то пролагали вообще. Ребятки, если кто смотрит меня, вот знает вот такие вот глюки с текстурами, ну вы уже видели, как бы из-за чего они бывают, то подскажите, пожалуйста, очень вас прошу вот эту тему. Так, мой портфелька. Кстати, портфельку тоже спасибо. Ири тоже Ира делала. Ты чё молчишь-то, Ириша? Я просто слушаю. Сидит, слушает, как я ее хвалю Да. тут. А Бумеранг. бумеранг твой, вот этот. Да, я тебе все три бумеранга выкинула. Так, я пойду еще руды выкопал, выкол. Тьфу. Никто Ну, не поняли. видит, да, пока что? Окей, я. Там где-то Это тоже... хрюкает. Да, это тоже слышно. Пока не... Ой-ой-ой, что-то шипит. Здесь есть руда, которая взрывается, когда к ней подходишь. Так что Плохо. осторожно. Как она выглядит, скажи? Понятия не имею, я здесь почти не бегал вообще. То есть, ну я реально не знаю, как бы, что там как. Так, сейчас, погодите, я все в портфель выкину. Что у меня было, чтобы потом меньше разлеталось оно. Так. Я надеюсь, кварца. Не за кварца не будут меня убивать. Это же как бы ничего. Это же нормально кварц копать. Я понимаю, золото, я позарился. Ну да. Я слышу, там это где-то ноет гаст.
на заднем плане. Так, Ириша, смотри, вот здесь Да. есть какая-то синяя руда. Да, я ее собрала. Это платиновая руда Нижнего мира. Платиновая? Ну, или какого она цвета? Честно, синяя совсем. Я думаю, это лазурит. А, нет. У меня вот, смотри. У меня Сейчас. Вот такая. Сейчас, одну Посмотрим. Секундочку. Вот. Вот такая. А, это платина, по-моему, да. Главное мне вот туда сейчас не улететь. Вот там. Это, насколько я помню, лазурит Нижнего мира. Сейчас я выколупаю здесь немножечко красненького. Сколупнем красненького. Так. Этот мостик построим с тобой, туда пойдем схожу, во всяком случае, я. Ой-ой-ой-ой-ой, фух ты, ёкаламанда, как я напугался-то. Да-да-да-да. Блин, за что мне такое наказание? Нужно будет песочка, кстати, наколупать. Внизу есть красная руда и синяя. Так. Внизу? Может, ты лучше вниз спустишься? А вниз я схожу, да, но вот здесь явно в стене нету свинозомби, поэтому я пока что здесь колупну. Так, погоди секундочку, сейчас будет... Хытик, вот так вот, так они не пройдут, поэтому ты там постой. Если что, будешь отвлекать на себя, лазурит сделал. Вот тут у меня за спиной, я слышу, как они урчат. Ее когда копаешь, они урчат. Так, сейчас я в портфель все это выкину. Урчат ведь, а? Так. Замечательно, увлекательно получается у нас сегодня. Да, у меня есть идея, смотри. Давай ты снизишься, спустишься вниз, будешь добывать руду, а я буду убивать свою зомби. Погоди секундочку, я хочу вот того сбить с моста. Сейчас. Внимание, целимся. Куда движущаяся цель? Осторожно. На тебе. Он, как ты думаешь, он понял, что это я его стукал? Нет? Думаю, что понял. Так, умничка, умничка, Ириша. Так, слушай, вон та руда, я думаю, бабахнет красная, если к ней подойти. Что-то мне очень подсказывает, что это она бабахнет, значит. Блин, я потеряла. Так, сейчас он остановится, я ему в этот самый всажу бумерангом по полной. Так. Эй, эй. Привет, мой розовый друг. Осторожно, осторожно, Ириша, Ириша, бежит за тобой. Бежит, бежит, бежит. Так, я его заагрил на себя. О, блин, бумеранга нету. Ириша, бумеранг подбери железный, прошу. Так, кинь в столб, прям подо мной. Вот этот, в красный. Подожди. Где? Ириша, вот сюда, вот куда я факел бросил. В столбик, в красный, кинь, только не в меня. Поближе подходи, не волнуйся, они на меня смотрят. Ай-яй-яй-яй-яй, ну не в меня, ну я же просил. Ты как и пятачок, да? Ага, ага, замечательно. Я тучка-тучка-тучка, я вовсе не медведь. Я вовсе не медведь, как приятно, тучки. Лови, лови, сейчас отхватишь у меня. Вот, этот помер. А мы с тобой сделаем, наверное, я не знаю, эти алмазные, может, бумеранги, как ты считаешь? Я не против. Нужно, чтобы... Я куда-то свой бумеранг запустила и... Нужно, чтобы с ними было драться. Так, я вижу лазурит. Ириша, это контролируй по периметру. Окей, красная, я поняла, какая взрывается. Красненькая, да? Нет. А какая? А, серенькая. Серенькая. Да, я там уже взорвала несколько. Погоди, отойди, она, возможно, вот, как говорит, какая-то руда взрывается, когда копаешь. Ну, это редстоун. Так, на нас уже кричат, бежим, бежим. Где-то, ой-ой-ой, а что это было? Кажись, красная тоже взрывается.
По-моему... Все взрывается. Нет, ты это... куда? Это Гаст. Гаст. О, боже. Гаст, Ира, Гаст. Так, я бегу. Выругаться. Ой-ой-ой, зомбятина. Тут все. Ой-ой-ой-ой. Сейчас, погоди, бумерангом. Сейчас я его бумерангом отработаю. Лови. Ай-яй-яй-яй-яй, Риш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Осторожно, бегай зигзагами, чтобы не попасть к нему. Ох, блин, их двое. Тихо. Так. Что это, железная руда? Все, я спряталась. В тебя там, по-моему, стреляют. В меня стреляют, да еще как. Ой-ой-ой-ой, я горю, горю, горю. Ириша, Ириша, беги ко мне, иди ко мне. Подробнее, может, ой. Сейчас, погоди, я пламя загашу. Забегай ко мне сюда. Забегай внутрь. Вот сюда забегай. Иди ко мне сюда. Ближе, ближе, ближе. Так, вот. Сейчас, погоди, сейчас комнатку тут выколупаем небольшую, маленькую, вот такую вот, чтобы тут спрятаться. Да, это было не обязательно. Так, слушай, надо что-то будет делать. Стрелы, не знаю. Что-нибудь такое. Чтобы как бы это самое... Портал там и метку не поставили. А, нет, стоит. Портал 56 метров. Так. Деспоинты просто. По деспоинтам, да, как по путеводной нити с тобой. Так, сейчас я факела поставлю, два факела с одной и с другой стороны, вот так вот. У меня сейчас кирка сломается. Так, кирка, блин. Что у нас есть? Ничего нормального-то нету. Погоди, у меня есть дерево. Но это не поможет. Так, мы что-нибудь придумаем. Если что, у меня есть кирка, не волнуйся. Выколупаемся. Так, я выбежал. Что, есть кто? Нету? Так. Там вот Гаст. Гаст, это оно, я знаю, что там Гаст. Так, если что, приготовь какой-нибудь блок, чтобы дырку закрывать, мы с тобой спрячемся, и я закрою, потому что я копаю руду... Я не знаю, мне сейчас может прилететь тут от моих этих розовых друзей. Угу. Так. А что покушать есть? Золотая морковка. Замечательно. Угу. А если им морковку можно было бы, знаешь, пришел реально, морковку ему дал, он это меч выкинул, радостный с морковкой ходит. Вот, и все, было бы клево. Но они агрессивные собаки. Ух ты, меч золотой лежит. Так, железная руда. Беспалевно такой. Беспалевно такой, да. Тебе меч нужен почти целый. Какой? Золотой. Не-не-не. Не нужен. Так. Вот там есть руда. Платина, по-моему, лежит. Сейчас я туда залезу, если тут нету никаких... Тут факел стоит, кто-то ходил. Нет, это серебро. Так, я слышу, кто-то урчит. Меня и слышит. Я нашла 3 зомби. Ага. Вон те, да? Под порталом. Да. Погоди, тут кто-то ходил, поднимался уже. Тут такая дорога. Поднимайся прятался. Ко мне. Поднимайся сюда. Тут дорога. Так, чё здесь у нас? Гаст. Так, одного Гаста вижу уже. Свинозомби, одна штука. Отходи, отходи, отходи. Стрелы нужно будет. Лук и стрелы делать нам с тобой. А, так назад. Две стрелы с собой. Но это сейчас не поможет нам с тобой. Так, отходи. Бахнет сейчас так. Прилетело. Так, на тебе. Не могу отразить почему-то. Ой-ой-ой, я горю, я горю. Я горю. Я спрятался. Боже мой, лава, лава, лава. Это лава, лава, блин. Ира, отбегаем. Все. А, блин. Тебе кушать надо? Да. Фух. Пошли обратно. Что-то зажглось. А, я факел поставил. Пошли обратно. Пошли в портал. Давай, я предлагаю пойти в портал. Что-нибудь взять, лук сделать нам сейчас, с тобой. Сейчас руда возьмут и взорвется.
Ой, не-не-не-не-не, так вообще не идет. Нет, не хочу так. Так, пошли обратно. Тут свинозомби 3 штука. Могу убить. Ребят, всем привет. Всем привет, а мы снимаем. Да, ребят, те, кто меня видит, слышит, тоже всем привет, конечно же. А так вы снимаете или стримите? Мы снимаем. А, окей, все. Лёлик, бесплатно. Да, это знаешь, вот моя подруга Лиза, у нее был такой момент, когда они снимали... А, он... Ты тут? Да-да-да. Вот, когда они снимали, значит, и кто-то к ним зашел, с кем они снимали-то, с этим, с Бустреем. Кто же зашел, я не помню. Ну, неважно, ага. Вот, ну и такой, типа, это, сейчас я тебя в это, в конфу кину. Они такие, да мы снимаем, чувак, ты чё? Так, Ира, там свинозомби. Чё, а у меня меч. А у тебя меч, а у него тоже. Сима. Тут их 2. Я тебя обрадую. Слушай, а они мирные, смотри. Я так, давай пойдем отсюда, пока давай они... Давай рисковать не будем, да? Пока. А кто, кто мирный-то? Да свинозомби. Свинозомби. Только если вы их не трогали, конечно. Ой, да мы их там и не трогали вообще. Мы только руду трогали, они знаешь. Первые, да. А ладно, пошли. Ты уже в обычном мире, да? Да. Так а ты у нас что, Ириш, тут на ПМЖ? Нет, это на гостевом режиме со мной. Вот. Окей. Ну я не против. Ты готов? На ПМЖ-то она не против, да, конечно. Вот. Ну что, мы с тобой будем, наверное, заканчивать сейчас домой, когда вернемся, да? Так, тут обычный зомби, знаешь, он мне уже совсем не кажется хардкорным. Вот. Все уже мирные. Да, уже все мирные вообще. Ну что ж, ребятки, мы на этом сейчас будем заканчивать уже скоро. Крипер! Где? Только не в моем доме. Рядом с домом. Обрадую. А, вон он. Сейчас я его бумерангом в голову. Взорву. Ай-яй-яй-яй. Бумерангом взорву. Нет, только не надо бабахать. Мой любимый дом. Фух, все норм. Ай, за что? Все норм. В общем, ребятки, мы на этом заканчиваем. Я желаю всем удачи, всем счастливо. И всем пока, Ириш. Да, всем пока. Да, пока-пока, ребят.